Не каждый лохматый мотылек сможет перебить крылом дождевого червяка, но каждый из сегодняшних мастеров сможет раскидать кучу гопников без особых усилий. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Привет, звездные бронтозавры! С вами проект Muay Thai CK и я Варченко Виталий. А в этом видео вас ждут великие мастера и очень секретные учения. Первый боец, на которого мы с вами посмотрим, очень серьезный мастер. Во-первых, потому что он в новом камуфляже и в бандане, а это для мастеров сверхуровень. А во-вторых, потому что он покажет нам, как можно за раз уничтожить сразу 6 гопников. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Раз. Значит, раз, каждый делает одно движение. По амплитуде одинаковое. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Ну, вот как-то так. Я понимаю, что вы находитесь в абсолютном шоке, и вам уже хочется выбежать в ближайшую подворотню и раскидать там толпу гопников с помощью этих приемов. Но не все так просто. Во-первых, вам для начала нужно сбегать в магазин «Рыбалка и охота», чтобы прикупить тайное облачение мастера, а то без него ни один прием не работает, особенно без камуфляжной банданы. Во-вторых, сначала нужно овладеть гипнозом. Ведь перед боем с толпой ее нужно загипнотизировать и превратить в безмозглых баранов, которые одновременно будут бить в одну точку, пока вы будете спокойно отклоняться и считать. Чтобы, не дай бог, кто-то случайно не ударил в сторону, туда, куда вы будете отходить. А то с мастером такое произошло, и даже под счет в него прилетали кулаки. Правда, своим энергощитом он останавливал все удары. И в-третьих, перед всеми этими манипуляциями нужно хорошенько бахнуть травяного чайка, от которого вам станет хорошо, и вы реально поверите в то, что сможете все это проделать в реальном бою с гопотой. А этот мастер достиг таких вершин, что ему стало даже впадло вставать, когда куча нелюдей нападала на лучезарного сенсея, дающего свет в темные души. Я не знаю, как у него получается творить такие чудеса, ведь он даже без армейского камуфляжа. Хотя, наверное, заморские сенсеи порешали с вселенской чи, и она стала им помогать, когда они в черных штанах и белой рубашке. Но этот чудотворец практически достиг совершенства. Он может даже не вставать с пола. Все, что ему нужно, это контакт с жертвой, которую он потом терзает как хочет. Он даже может просто лечь и заснуть. А если вдруг банда гопников решит ночью его украсть с кровати и поднимет на руки, то все тут же умрут самой страшной смертью. А мастер спокойно будет дальше спать уже на трупах поверженных злодеев. Сейчас вы освоите и увидите один из важнейших приемов в жизни,
Он применяется тогда, когда вы решили уже выйти с кабака, но вам в спину кричат стопэ и бросаются с желанием разбить ваше прекрасное девственное лицо, как у феи. Этот мастер настолько крут, что силой внутренней энергии с легкостью останавливает бегущего, как дикий кабан, агрессора. И причем даже с мечом. А если он может остановить беспредельщика даже с мечом, то с барным стулом или бутылкой в руке вообще без проблем. Думаю, это очень полезная способность, которая может пригодиться нашей олимпийской сборной по легкой атлетике. Ставим такого мастера на финиш, и он тормозит свои чи всех бегунов, пока наши тюлени пересекут финишную черту. Как вам идея? Ну а это реально крутой мастер, который обладает смертельным касанием Димак. А его школа называется «Фатальный палец». Мастера зовут Том Кэмерон, непобедимый воин пяти стихий, который одним незначительным прикосновением может убить человека, а отключает вообще направо и налево, даже случайно, просто здоровается, а ничего подозревающий простачок сразу падает. Наверное, для тех, кто не знает, что такое Димак, нужно кратко объяснить. Это древнее искусство смертельного касания ниндзя, которым они могли убить свою жертву сразу или сделать отсроченную смерть. Самое поразительное было в том, что жертва умирала не от какого-либо удара, а от сердечного приступа или кровоизлияния в мозг. То есть никто не мог заподозрить убийство. Кстати, одна из версий смерти Брюса Ли связана именно с таким способом. Видать, наш мастер тоже понял, что это нормальная тема и долго готовился, отращивая себе пузо, как у истинного сенсея. А потом просто собрал кучу народу и начал тыкать им в точки. Лично я не понимаю, как можно преподавать смертельные искусства, тем более такого плана. Ведь ты не можешь их практиковать, потому что перебьешь всех учеников. Кто тогда будет приносить капусту? А если ты не практикуешь их в полной мере, то как можно быть уверенным в том, что они вообще сработают? Ведь наносить смертельное касание по швабре и по человеку – это немножко разные вещи. Пишите в комментах, у какого мастера вы бы хотели учиться тайным искусствам. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями, пускай знают мощь бесконтактников. А если вы хотите научиться драться или усилить свои тренировки, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Также подписывайтесь на мой второй канал и смотрите жесткие видео про переломы в ММА в описании. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице.
избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео.